О великий угодничий Божий, богоприимчий Симеоне, предстоя престолу великого Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение и мыши к Нему, в объятиях Твоих нашего ради спасения носитесь изволившему. К Тебе, уба, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы грешнее и недостойнее. Моли благость Его, якуда отвратит от нас гнев Свой, праведно по делам нашим наны движимый, и, презрев бесчисленное прегрешение наше, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами Твоими в мире живот наш, и во всем благом благое поспешение и спроси, вся яже к животу и благочестию потребные нам даруя. Як уже древле великий Новоград, явлением чудотворной иконы Твоя от губительства смертного избавил еси, так и ныне нас и вся грады и веси страны наши, от всякие напасти и бед и напрасной смерти предстательством Твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом Твоим защити. Якуда тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и так в мире временное сие житие пришедшее, вечный достигнем покой, и где же сподобимся небесного Царствия Христа Бога нашего, Ему же всякая слава подобает, с Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.